Введите пин-код. Страны разные. У каждой страны своя культура, экономика, ценности. И поэтому деньги у всех разные. В разных странах, в разные эпохи деньги выглядели по-разному. Камни, раковины, мех. Сейчас остались металлические монеты, бумажные банкноты и, конечно же, электронные кошельки. У каждой страны разные деньги, потому что у каждой страны разная культура, язык и экономика. Электронные деньги хранятся на онлайн-ресурсах. Когда возникли современные формы денег, правительства начали контролировать форму денег и их ценность. У каждой страны свой флаг, герб, гимн и свои деньги. И в каждой стране есть суверенитет. Купюры это подтверждают. У каждой страны есть своя денежная валюта, и мы не достигли того уровня, чтобы пользоваться одинаковыми деньгами. Банкноты в каждой стране должны быть обеспечены золотом и серебром, а у нас обеспечены хорошим настроением!